Святой Евангелие. А бесплатно это? Да, бесплатно. Мы не знаем русский язык хорошо. Вы так хорошо разговариваете, что я бы не подумал, что вы не знаете. Я просто хорошо разговариваю. Я не помню. Возьмите, мы же бесплатно раздаем. Возьмите. Возьмите или одно вам так? Нет, один. Ой, это что это? Визитка. Это визитка. Это в интернете у нас сайт есть, ролики там можно смотреть. Ага, хорошо. Канал, видеоканал на YouTube. У нас есть детский лагерь. Лагерь летом. Он сами ходит. Уже добрый один день. Год. Можете сами приехать. Веруют, да, веруют. Лагерь это сколько стоит? 7 тысяч в этом году. 7 тысяч за 30 дней. А, 30. Это один месяц, да? Да, да, да. Вам Евангелие подарить? Бесплатно? Нет, не надо. А, на одну? Хватит, а, да. Ну, ладно, Бог помощь вам. А вы откуда иммигрант? Из Узбекистана. Узбекистана? Да. Куда приехали жить? Да. Мы жить, работаем. Работаем? Да. Есть работа, да? Да, да. Кто ищет, тот находит. Работа всегда. Ну, а мы сейчас тоже встретили парень. Русский сидит, просит милостыню. Я говорю, а что ты не идешь работать-то? Да, да. Ну, тут привык на дармовщинку, паразит. Нет, у меня к вам вот больше расположения, чем... И люди подают, а что вам не выпить, здесь поесть, зачем вам не работать? Спасибо. Ну ладно, Бог помощь вам. Ничего себе народу сколько. Тут надо не вдвоем ходить. Тут надо не вдвоем, говорю, ходить-то нам с тобой. Да, сколько детей. Господь дает же мирное время над нами. Солнце. Ну да, можете подарить. Бесплатно же раздается. Все, Бог помощь вам. Бесплатно раздаем. Бесплатно раздаем. За дом спасения души о вечности. Жизнь короткая. Святой Евангелие возьмите, бесплатно раздаем.
Сайт форум на ютубе канал. Точно, видим, что стоит. Зачем мне это, мама? Можете кому-нибудь соседям дать? А что вы здесь раздаете православные? Они в церкви. Вот мы только из церкви идем. Ну а человека как привлечь к церкви, если мы не будем раздавать? А зачем привлекать? Он сам должен прийти к этому. А как он придет? Правильно? Нет, Господь же апостолов посылал, чтобы они ходили по Израилю. Апостолы. Да, апостолы. Или вы себя с апостолом сравниваете? Они, конечно, мы же христиане, мы должны следовать. Да, мы с тобой как верующие. Не только если Господь прям не верит. Вот дети вас в Христе. Вы верующие, слава Богу. Почему греете? Господь, не надо прийти. Это не обязательно. Ни от кого, нету такого от верующих гонения. А я в церкви, а что вы здесь ходите? Ничего они там в церкви это? Чему учат? Гуля, наигрался, все будем делать.